Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштей Дмитрий. Мы продолжаем проходить Far Cry 3. Точнее, все время говорю вот это слово «проходить». Нет. Путешествовать. Путешествовать в его мире. Несмотря на то, что я говорил в предыдущей серии, что мы пойдем по основному сюжету, я думаю, что в этой серии, а может и даже в следующей, мы пойдем все-таки на охоту. Так, подождите. Мы пойдем на охоту. R2. Нет. Вот он, место скопления тапиров. Нам нужно их шкуры, чтобы состряпать гораздо больше рюкзак и, по-моему, колчан для стрел. И нам нужны будут олени потом. Нам нужны будут также козлы и вот эти вот, я забыл, как их называют. В общем, все это нам нужно будет. Давайте... и кабаны нам нужны. Кабаны нам нужны будут. В первую очередь нужны будут, короче говоря, вот эти дядьки на юге от нас. Тапиры. Давайте на юг, так на юг. Погнали. У нас есть стрелы для их уничтожения. Будем гасить. Так, подожди. Радар немножко неправильный здесь. Он двигается вместе с нами, что плохо. Так, да, нам туда. Используйте остров для... Или отправляйтесь в закатную бухту, когда будете готовы. Да, не хочу я. Я хочу поохотиться. Блин, потом, конечно, нужно опробовать игрушку на ПК, потому что здесь все-таки картинка просто убогая периодически. Так. Машиночку мы возьмем. Нам, по идее, через мост. Главное не словить патрулей еще. Вы говорите менять дробь. Не понимаю, зачем. Она мне нравится. Тихо. Опа. Там уже какие-то животные есть. Ну-ка, подождите. Давайте охотничью эту. Инстинкт охотника включим. Вон они, топер. Ох, блин, там. Тихо. Так, пропустили их. Они ничего не заподозрили в стоячей машине. Так, только вот спугнули тапиров. Ё-моё, гады. Короче, нужно ускоряться немножко. Тут леопард или тигр? На, блин. Жив еще. Козлина. Ну-ка, отстань от меня. Я сейчас умру. Тихо. Умер. Да, надо было с дробью идти. Но вы гляньте, я зарядил. Это тигр, по-моему, был все-таки. Хотя в кустах и в суматохе драки не успел разобраться. Я зарядил, по-моему, две стрелы по нему. Может, мне все-таки не по зубам он. Отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. ПБ. Этот разговор мы уже слышали в предыдущей серии. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон, сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Все это я помню, блин. Налет на тюрьму. Мне нужно поохотиться. Срочно нужны шкуры тапиры. Вообще мне нужны все эти шкуры, блин. На тигра, наверное, не будем нападать. В баню этого тигра. Кстати, квадроцикл стоит. Да. Так. Инстинкт охотника я включил, но в округе не видно никого. Никакого животного. А, зато солдаты. Здесь. Тихо. Много их тут? Нет, ты меня не видишь.
Трое. Вроде бы как. Вон топиры, блинские. Идут сюда. Сраные повстанцы! Могли бы просто сдаться! Что за звук? А? Что за звук? Ты смотришь невероятное дерьмо. Ты что, тигр? Остальное уже не пробирает. Мне стрёмно, стрёмно, стрёмно. Ой-ой-ой, в кого-то стреляют. В кого стреляют? Мне кажется, тигр на них напал. О, да их много, ё-моё. Твою мать. Да нет, 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 ну уже. Побежали, побежали. Давай, 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 давай. Садись, 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 машина. О, черт, офигеть. Это зло какое-то. Где тигр? Сели в машину. Тигр на них нападает. Ох, блин, злое создание, а? Топира вижу слева. Так, нет. Вот так вот. А они убили его, нет? Тигра убили? Ребят, блин. Трупы мне не ответят. Поохотились, называется. Вон они, топиры. Сейчас мы их загасим. Опа, вы гляньте, что у нас тут. Тигр не один нападал. Еще и с вараном вместе. Сколько стрел осталось? 8. Ой-ой-ой. Просто блондиночка. Блондиночка в меня вселилась на секунду. Какого черта? Где дробь мой? Мой дробь где? Вот он. Случайно обменял его. Так, отлично. Блин, ну тигры же они тоже загасили. Он где-то тут должен быть, правильно? Куда-то сюда они стреляли по нему. А, ладно, рисковать не хочу. Вдруг он получил люлей, свалил, а сейчас отлечится и придет обратно. Ну его нафиг. Вот она, красавица. Иди сюда. Попец. Загнали просто. Свечку поставили. Смертельная. Так. Отлично. Нам нужно 4 шкуры топира. 4. Там сзади кто-то. Сзади кто-то приехал на машинке. Это плохо, плохо, плохо. Тихо, они где-то там. Да, вот они. Один. Два. Вот, блин. Вообще, пошли они в баню, я не хочу с ними драться. Так, где мои топиры? Вот они. Тихонечко. Сейчас убьем того, кто сзади. А им плевать, они все испугались. Так, памяти новеньких. Мне нужно как минимум 4. Как минимум 4 кожи.
Так, те ребята за мной не пойдут? Нет, они там осматриваются. Ох, как я хочу сейчас, чтобы этот тигр опять выбежал. Черт, поверил в себя, думал, успею. Минус стрела у нас. Так, уезжают, кажется, да. Не заметили здесь ничего и сваливают. Это хорошо. Что за... Сейчас, секундочку. Тигр за топиром побег. Давай, иди сюда. Со стрелой во лбу, блин. Мне нужны еще топиры. Есть у меня еще инстинкт? Есть. Так, вот они. Нет, это не топиры. Ага, все, вижу. Намазал. Второй стрелы в попец попал. Стрел мало осталось, я их трачу как-то так безрассудно очень. Здесь тело человека, что ли? Да. Очень похоже. 5 стрел осталось, да? Гадость. Ничего, сейчас сможем в колчан собирать 15, так что все будет хорошо. Так, давайте-ка осмотрим все, что это за тело, чье это тело, точнее. Бандит какого-то. Так, ладно, создаем предметы. А, мне нужен, значит, рюкзак. Да, 4 шкуры топира, отлично. Изготавливаем. И колчан. Прочный колчан. Отлично, усиленный медведь. Ни хрена себе. 20 обычных стрел и 10 специальных. А ты как бы ты не улучшал колчан, специальных только 10 можно носить с собой, понятно. А так, а рюкзаки? Шкура динго, аж 4 штуки, но он 64 трофея позволит перетащить с собой, отлично. Снадобье для охоты у меня есть, инстинкт охотника. Есть 0, нужен 1. Янтарный лист мне нужен, который я понапродавал, да? Ага, а зверобой... Позволяет вам наносить повышенный урон животным во время битвы. Нужно 2 янтарных и 1 пунцовый, понятно. Так, ну в общем... Отпугивает, нет. Ну, вообще полезная тема, да, в таких схватках, как у нас была. Так, медицинский препарат. У нас 1 зеленый лист. В общем, сделаем. У нас 2 теперь лекарственных. Так, один дядя уехал на машине. Можно убить второго. Собственно, этим я сейчас и займусь. Не понял. Он исчез. Нет? Нет! Просто кто-то говорил, что... подмышка у него пролетела. Как бы тот не услышал сейчас и не вернулся. Кто-то говорил, что на версиях с консолей наблюдается проблема. Периодически пропадание персонажей, машин и так далее, которые мы уже видели не раз. Так, где-нибудь здесь, да, стрела? Я поднял, по-моему, сейчас. Ладно, все, нужно уезжать отсюда. Нужно уезжать в деревню. А оттуда за кабанами. Сзади топир. Ладно, они нам не нужны уже. Пока. Если что, если им понадобится, то мы знаем, где их искать. Мызяк, отдал убит просто.
Закупаться. Блин, за это только можно любить игру. Вот эта охота, которая была в Assassin's Creed 3, она вообще ни к чему, никак, нигде не нужна была. То, что здесь позволяет крафтить из нее для себя полезные штучки, это очень-очень красит игрушку. Так. Боеприпасы, конечно же. Для дробовика. И стрелы. Опа. Не понял. Вот, 15 стрел. Так-то. Так-то она лучше. Так, 4 коктейля Молотова. Сколько у меня? $1161. Спасибо. Нет, все 4 мины мне не нужны. Я ими не хочу пользоваться пока. Так, гранаты для РПГ у меня 2 штуки откуда-то. Можно носить 3. У меня, собственно, РПГ-то нету. Так, быстрая продажа всякого дерьма на $56. Угу. И смотрим, что у нас там по шкурам осталось. Значит, у нас шкура варана, леопарда, тигра, собаки. 2 шкуры варана, 2 шкуры собаки и одна шкура акула с тигром. И леопардом. Такие редкие довольно, да, шкурки? Некоторые из них. Допустим, леопарда, тигра и акулы. Так, теперь нам нужен кабан. Кабан. Вот он. Сейчас поедем охотиться за кабанатами. Кабанатами. Так, подождите, я уже забыл, зачем нам шкура кабана. Так, чехлы для оружия. Что нам тут? А, олени нужны тоже. Олени тоже нужны. Так, бумажники. Что у нас тут? Казуар. А, вот для чего. Да? И вот как называются те... похожие на страуса, казуары. Рюкзаки, следующие это динго, да-да-да, помню, медицинская сумка. Леопард. Ну, собственно, одна шкура есть. Нужен еще один. Так, патронаши. А, вот для чего, да. Сможем больше патронов таскать. Вот это неплохо. Кабаны. Вот для этого нужны гранатные сумки. Что это? Олень, неплохо. Мины, козел, хазьёль, 2 собаки. Шкура оленя. Слушайте, а я не знаю уже, для чего еще шкуры собаки нужны. Давайте потратим уже на вот эту вот простую перевязь. Хотя нет, ладно, пусть пока будет. Если не будет хватать места, то потратим. Так, шкура медведя. Угу. Ну понятно, в общем, нам нужно сейчас кабанов, а потом оленей гасить. Кабаны для патронажа, олени для того, чтобы больше оружия таскать с собой. Как только сделаем, найдем оленей, будем уже целенаправленно копить для снайперской винтовочки. И останется еще одно улучшение для какой-нибудь... Ой-ой-ой, тихо-тихо, дадим проехать. А, черт. Куда пойдет? Куда? Ну давай, давай. Лови. Еще кто хочет, что? Так, давайте со стрелы его гасанем. Да ё-моё, в подмышку. Я не верю, что я покойник, друг. В итоге я потратил одну стрелу, потому что я не смогу ее найти. Она куда-то сюда улетела. Хотя, может, найдем. Нет, бесполезно, наверное, уже. Ну, ладно. И рады. С 14 стрел. Возвращаться уже в деревню нет смысла, я думаю, поедем. Потому что так мы будем задерживаться очень часто на подобных встречах. Погнали. Кабанов убить нужно еще. Тихо. Здесь очень полезный лист для меня. Так, нет, эту миссию не буду выполнять. А вот лист зелененький я возьму. Отлично.
что у них тут как-то пусто, очень пусто. Давай, погнали, друг. Просто какое-то мертвецки пустое место. Аж жутко немножко стало. Так, здесь опять мы выйдем. Маранту собрать. И тихо. Ай-яй-яй, ублюдки нашли. Нашли, поймали, нет? И янтарный лист тоже нужен будет. Так, где они? Убил в колено. Последний. Отлично. Я чертов Рэмбо, и вам со мной не справиться, поняли? Еще одна машина, что ли, рядом где-то? Нет, показалось. Стрела просто какая-то жутко читерное оружие. Лук, в смысле. Так, давайте создадим себе лекарство. И еще одно зелье с инстинктом охотника. Так, две штучки лекарства. Отлично. Снадобье для охоты, инстинкт охотника. Ну, одна штучка есть у нас. Как минимум хорошо. Давай, погнали. Нам еще кабанов убивать. Кто это? Что это? Да, вы меня видите? Я вас вижу, блин. Я убил простого человека, по-моему. Что-то какая-то ерунда сейчас произошла. Я, да, обычного человека убил. Черт, они везли. Они везли конвоем, их куда-то перевозили. Твою налево. Извините, ребят. Извини, мужик. Ну, по крайней мере, твоего товарища спасли. Пардон, месье. Так, для себя пометочку. Больше опрометчиво так на толпу не лезть. Можем, могут пострадать мирные жители. Тихо, тихо, тихо. Слепошары, блин. Так, отлично. Мы уже рядом с местом, где будем охотиться на кабанов, поэтому машину я здесь оставлю, я думаю. Можем даже посмотреть, по-моему, совсем близко уже где-то, да? Да, совсем близко сейчас вот по этой дорожке и все. Давайте сделаем еще на себе инстинкта немножечко. Как немножечко? Одну? Только одну и можем. Нет, медицинских не хватит. Тихо. Где машина? А, вон. Так, ну они нам не страшны. Хотя я немножко поднасрал. Так, на этом холму они должны обитать, эти кабанята. Красота. Машина. Слышу машину. Надо напрягнуться и подальше от дорог. А, с той стороны проехали, все, понятно. Так, ну давайте, кабаны. Инстинкт врубаем и... И ни одного кабана не вижу. Ага, вижу, все, вижу. Тихо. Блин, разбегутся же, гады. Нужно их пометить, а потом уже убивать. Есть пометка.
Бит. Бесполезно. Там патруль, кстати говоря. Даже не патруль, а блокпост какой-то импровизированный. Так, благо кабанятушки. Ой-ой-ой. Хотел сказать, бегут не туда, не к ним. И этот засранец к ним побежал, но нет же. Тоже нужно около 4 штук этой кожи. О, кстати, мне бы подлечиться. Это когда это я? Когда это я так словил? Так, ну тогда медицинское снадобье еще одно нужно. Ага, зеленого листа нету, ну понятно. Так, пойдемте того кабана убьем. Ничего себе, он свалил. Да ну хватит, мужик, не беги уже, хорош. Опа. Скала какая-то. Интересно. Блин, нам нужен кабан. Все, никого не вижу. Нужен еще инстинкт. Осматриваемся, осматриваемся. Быстро, 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 быстро. И никого не видим, да? Ну, 20 секунд осталось, никого не вижу. Ух, нормально, на машине кто-то жахнул вниз. Да, блин, это единственные 3 кабана, что ли, было? Ну вот. Нужна хотя бы еще одна шкура, чтобы, ну, хоть что-то улучшить. Там и на одно, и на второе улучшение нужно по 2 шкуры. Так, я не понял, что за музыка сейчас была. Они же не должны были меня увидеть, правильно? По идее, нет. Так, там янтарный. Испугался я мальца. Да ты что? Давай, высовывайся. Ну? Бляха-муха, машина. Да ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй! Лук долбанный. Падает еще все время. Дайте мне обыскать этот труп. Отлично. И янтарный лист. Угу, спасибо. Так, собачка. Или кто-то? Собачка? На, шкура собаки. Уже сколько? О, я слышал кабана. Слышал кабана. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, закончилось зелье. Давай создавать быстрее. Снадобье для охоты. Инстинкт охотника. Раз. О, кабанятушек. Вот он. Твою мать. О, черт. Еще одного как минимум пометили. Так, куда этот убежал? Куда этот красавец убежал, а? Да где он, ё-моё, кабан? Ладно, здесь есть еще один. Минус. Минус.
Еще бы одного. В итоге я потерял одну стрелу опять. Отлично. Так, подождите, фейлово будет, очень фейлово, если я сейчас потеряю. Свалился. Вот урод. Опа! Ну. Так, последнего кабана и переходим на оленей. Я слышу собак. Слышу собак, это плохо. Давай, давай, убегай отсюда. Где они? Вы гляньте, еще один кабан. А, нет, это собака. Опа, куда-то побежал. Куда рванул? Главное, чтобы не ко мне. А может, он находится как раз-таки на кабанов? Нет, там люди. А, да. Он на кабана охотится. Ну вот, козел, а. Мой кабан. Моя свинка. Мое сало. Черт, у тебя свое мнение, да? По этому поводу. Ладно, тех я пометил. Можно вот с этой шкуры снять. Может понадобится. Черт его знает. Блин, ну куда ты отогнала его? Псина. А, псина. Я говорю, кабан где? Сало мое где? Последний остался кабан, ё-моё, ну. Я слышу одних собак. О, вижу, 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 вижу. Вот так вот, молодец. Двоих одним. И второй раз так же. Просто скопище, блин. Так, да хватит, ну, сколько вас тут? Шкуры собак сейчас продадим. Снимаем, снимаем, снимаем. Сейчас поедем все равно в деревню. Аманаке. Гадость. Офигеть, просто скопище. Все. Теперь деревня. Теперь деревня. Быстро, машина где? Так, ближайшая. Вот, наверное, лучше вот это вот. Погнали. Да, охотка на собак была, конечно, ух, удручающая немножко. Так, листы бы, ух ты, погляньте, кто тут. А я твоих собратов валю. Какая шкурка свиньи есть, может понадобится еще. Так, подожди, а это свинья, это не кабан. Я что, все время не того валю, или плевать кого? Где-то спровоцировали перестрелочку. Все нормально. Все по-нашенски. Машину угнали, что ли? Ё-моё. Ай-яй-яй-яй, плохо как. Как все плохо. Они, кажется, здесь все. Кого они валят? Туземцы там что? Ну, в смысле, аманаки? Куда это пошло делать? За кем-то побежали. Ты что? Крик такой.
Минус два, там еще один есть. Блин, удали потерял! Вот сука! Тихо. Пусто! Пусто! Мы его потеряли! На чекпоинт! Да ладно, ну! Давайте-ка мы с вами кое-что сделаем сейчас. Так. Не понял я. Че это я не понял? Патронаши. Да, кажись, кабаны и свиньи — это разные вещи. Естественно. А я надеялся. Зазря сюда ходили, друзья. Зазря. Вот черт. И че у меня в рюкзаке сколько этих свиней? Офигеть, сколько. Много. Свиней да собаки. Я не знаю, мне понадобятся эти шкуры свиньи или нет. Так, ладно. Тогда нужно валить их и уходить уже реально. Врешь, не видишь? Я тебя распотрошу, урод! Мочи, урода! Ухожу! Попробуй, попробуй. Блин, сколько вас, а? Воу! Тихо, 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 лечись, лечись, ну! Так, придется взять калашников. Убегаем, 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 убегаем. Ах! Перезарядочка. Хожу. Ходи. А, черт, вот это я попал, а. Тихо, 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 тихо. Я-то вас точно не боюсь. Блин, шину. Так, ну конечно, не без паники, но справились. Только мне обидно, что время зазря потратили на свинью. На свиньи, точнее. На свиней. А что-то я и не смотрел, кого я убиваю. Только под конец обратил на это внимание. Ну, дырявое внимание — это мой конек, блин. Так, все, надо уходить отсюда. Плевать мне на то, что там много всякого добра. Не хочу я опять ввязаться в борьбу в какую-нибудь. Так, и кажись, мы потеряли с вами. Ну как потеряли? Оставили там дробь. Так, свинья, ты меня только не беси, ладно? Можно быстро переместиться? Да, давайте быстро переместимся. Да. Минут 15 потратили на охоту на кабанов, охотясь на свиней. Это нормально вообще? А на свиней, да на собак. Так, давайте продавать, короче говоря, все, что можно. Быстрая продажа.
Да, на 170. Мало, конечно, всякого. Так, шкуру семьи, свиньи продать. Шкуру свиньи, блин, понасобирали, конечно. Так, шкуру собак продать. Оставим, пожалуй, две собачки только. А, чтобы сейчас с вами изготовить все-таки ту штучку. Так, создание предметов. Просто чтобы было. Мало ли. Так, кстати говоря, что там дальше? Шкура кабана. Да нет, уже вот шкура кабана уж точно на это тратить не будем. Так, у нас должно сейчас хватить на снайперскую винтовочку, которую я хотел. 1800, да, нас хватит. На вес, блин, не хватит только. Это плохо. Так, ладно. Без глушителя он мне особо-то и не нужен. Ну, тогда боеприпасы. Так, патроны для автоматов. Тихо. И стрелы. Все. Блин, а где же тогда на кабана? А, на кабанов мы будем охотиться с вами, а? Ну-ка, давайте назад. Вот он. Вот они, кабаны. Да. Значит, запомнить. Это свинья. А вот это кабан. Блин, далеко ехать придется за кабанами. Но я думаю, поедем. Как раз поохотимся за ними. Всю серию убьем на это. А потом либо прямо отсюда поедем к радиовышке, либо опять быстрым перемещением в деревню Аманаки, а отсюда уже к радиовышке и к заданию. Больше особо мне ничего не нужно. Ну вот, разве что вот эти ребята. Хотя здесь какая-то, да, прикольная тема. Потерянное письмо, а это что? Реликвия. Интересно. И здесь реликвия, а что за реликвия? Ладно, все узнаем, короче говоря, потом. Интересного здесь куча, поэтому я и говорю, путешествуем по миру. Всем спасибо, друзья, увидимся в следующей серии. Всем пока.